Сегодня представители администрации Балаковского района определили место расположения будущего приюта для бездомных животных. Средства на его обустройство выделены из областного бюджета. Ответственные лица вместе с главой БМР Сергеем Грачевым осмотрели две территории, где уже имеются подходящие здания. То есть их просто нужно будет привести в порядок, а не строить заново. Одно помещение стоит в районе дачи Зеленой Рощи порядка 10 миллионов рублей, на промплощадке стоит 5 200 000. Исходя из технических параметров каждого объекта, я считаю, что структурно нам больше подходит промзона, потому что она имеет санитарно-охранную зону, имеет подходящее помещение, которое уже обделано кафелем, и помещение для передержки собак. Территория огорожена, имеет двойной забор, и, соответственно, ценообразование в два раза ниже, чем первый объект в районе дачи «Зеленой Рощи». На обустройство приюта выделено 15 миллионов рублей, и на эти средства необходимо построить боксы, технические здания, оборудовать помещения для проведения операций по стерилизации собак. Ежемесячно в приюте будут находиться около 40-50 животных. Для каждого должны быть индивидуальные вольеры. В действующей зоогостинице на улице Зеленая Роща вольеров маловато, и придется строить еще столько же на улице. Кроме этого, у чиновников возникли вопросы по документации, а также по завышенной стоимости объекта. На площадке в промзоне, цена которой ниже, есть проблемы с состоянием некоторых помещений, но их там много, и животных не придется размещать в открытых уличных вольерах, они поместятся внутри. Зато на территории много отдельно стоящих зданий, в которых можно разместить ветеринарную службу, крематорий и подсобные помещения. Объект готов, практически требует минимального капиталовложения. Необходимо частично отремонтировать кровлю, поставить клетки для собак и сделать операционную и комнату для ветеринаров. После осмотра глава района принял решение о том, что приют будет располагаться в промзоне на Саратовском шоссе. В ближайшее время будут оформлены документы на приобретение зданий, и в них начнется работа по обустройству вольеров. Новый приют станет филиалом управления ЖКХ, и сегодня районные депутаты ввели в учреждение новые должности, которые появятся в приюте.